В городском округе Люберцы продолжается акция «Спасибо врачам». Она стартовала весной прошлого года, когда медики приняли вызов новой коронавирусной инфекции. Очередную партию сладких подарков и фруктов получили сотрудники ковидного центра в поселке Красково. В эту больницу волонтеры приезжают не впервые. В эпицентре борьбы с COVID-19 в поддержке нуждаются не только пациенты, но и медицинские работники. На этот раз команду добровольцев возглавил депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско. Прошли праздники, прошло время, врачи работали в активном режиме. Вот сейчас, к счастью, вроде бы показатели по статистике начинают понижаться в нашей стране и в области. Вот. Но при этом работа у врачей все равно достаточно напряженная. И хочется, чтобы они тоже понимали и знали, что мы думаем о них, хотим доставить им радость так, как можем. По просьбе врачей в ковидный центр привезли микроволновые печи, вдобавок фрукты, чай, кофе и десерт. Медики признаются, после красной зоны всегда хочется сладкого. Огромное спасибо за внимание, потому что сколько времени мы работаем, всегда с вашей стороны только внимание и забота о врачах и сестрах. Прекрасно. Проект «Спасибо врачам» стал традицией. Это уже вторая акция, проведенная в округе с начала года. Первая прошла в Люберецком ФОК, где расположен временный госпиталь. Визиты к медикам будут продолжаться до тех пор, пока люди в белых халатах находятся на передовой борьбы с эпидемией. Луиза Игазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.